И продолжаем. Ярославские антимонопольщики нашли нарушения в организации питания в детских садах. Результаты проверки опубликованы на официальном сайте ведомства. Так, с июня по август на территории столицы Золотого кольца был реализован пилотный проект по переходу на единое меню в дошкольных учреждениях. При этом еду завозил лишь один поставщик. Было установлено, что ни детские сады, ни уполномоченные органы не проводили торгов за право оказывать услуги горячего питания. Все это указывает на нарушение закона о защите конкуренции. В адрес мэрии направлено предупреждение с обязательством провести аукционы на закупку продуктов питания до 29 декабря. С нарушениями, безусловно, мы согласны, и они в ближайшее время будут устранены. Нам выписано предписание до 29 числа все нарушения устранить, то есть провести, вывести соответствующие процедуры. Мы это сделаем в кратчайшие сроки.